Доброго времени суток, уважаемые зрители YouTube-канала We Love Games. Давно мы с вами не общались тет-а-тет. Как ваши дела, рассказывайте. У меня все хорошо. На днях удалось побывать в гостях у компании Ubisoft в Париже и провести интерактивную трансляцию по игре Watch Dogs 2 из специально оборудованного помещения. Зрители на протяжении всей трансляции голосовали за различные мини-ивенты, ну, по сути, издевались над стримером, то из пушки по мне стреляли, то пытались отравить каким-то вонючим газом, то еще что-то. Одним словом, было весело. Запись полной трансляции можно найти на нашем YouTube-канале. А в этом видео я решил вам продемонстрировать самые изощренные издевательства. Так что приятного просмотра и до встречи на наших стримах. Вот в это здание, пока не знаю, что за здание. Сволочи, ладно, хорошо. Я понял, хорошо. Да. Олени и овцы, хорошо, замечательно, ребята. Наушники победили. А, говорила мне мама предохраняться. Что, турель победила? Я не вижу, что там происходит. Боже мой, очень неудачное время. Это больно? Я сказал быть со мной похардкорней, но не так сильно. По-моему, меня подстрелили и в игре, и по коленкам. I used to play Watch Dogs, but then I got a bullet in my knee. Или наш последний шанс. Многие из них вы видели в интернете. О нет, что победил Атака Фалдер? Он будет стрелять или нет? Труба. Он даже не знает, чей это телефон. А старая где? Чего? Что? Так, блин, ладно. Сейчас, подождите, мне говорят, что нужно вот эту штуку снять, возможно, она мешает микрофону. О нет, что там на этот раз? Свет, микрофон! Аве Мария! Как видите, даже на стриме Ubisoft я умею выкручивать яйца. Это техника... Вот они, зрители на Твиче, они любят издеваться над ведущим. Окей, окей. Боже мой, как это неприятно! Ай! Finish him! Fatality! Клево, ребят. По-моему, эпичное окончание нашей трансляции. Здорово, здорово. Дорогие друзья, это был Watch Dogs на канале We Love Games. Спасибо, что пришли. Обязательно с вами будем стримить ее на платформе PS4. В среду и в четверг. Ну, а что нам еще остается делать? По поводу панды я обязательно договорюсь. Возможно, она полетит со мной. Yeah, baby! Простите, не удержался.